Короче, это самый незапланированный выпуск. Это самый спонтанный выпуск, который по истечению обстоятельств, связей, каких-то моментов, переговоров вырастает в то, что вы видите сейчас. По идее, логично, этого выпуска вообще не должно быть, потому что продукт не такой супер новый, никакой он не вау-эффектный. Но это флешбэкный продукт, это у нас Blaze. Я вам сейчас расскажу, как вообще все это получилось. Я прилетаю в Москву к своему другу, я приезжаю, он меня встречает. Я говорю, слушай, давай покурим. Он говорит, блядь, у меня есть кальян, коллаут, есть чашка, шланг, даже вода дома есть. Но нет табака вообще. Единственное, что было рядом, неподалеку, это магазин «Красное-белое». Все мы уже с вами знаем, что многие производители пытаются встать в красное-белое, но непонятно для чего. И это было настоящим спасением. Мы, получается, приходим в красное-белое, я захожу на кассу, иду туда, где выкладка табака, вижу там продукт Blaze, выхожу и ему говорю, слушай, там есть продукт, который вызывает у меня дикие флешбеки. Он легкий. Типа, ты готов покурить легкое? Он говорит, типа, блядь, да давай покурим. Если это сладко, прикольно, дымно, мы это будем курить. Я, получается, врываюсь в магазин «Красное-белое», и благо у меня с собой была камера. И вот как это все проходило. Йоу, как часто ты покупаешь табак в магазине «Красное-белое»? Так вот, я сейчас в Москве прилетел к другу на пересадочку, и мы решили покурить кальян. Табака, соответственно, я не привез, да и у него ничего не было. Был уголь, был кальян, а табака не было. Ближайшее от дома магазин КБ. И, собственно, я зашел туда. Это маленькое предисловие. И увидел там разные табаки. Но мое удивление было увидеть один очень старый бренд, который когда-то качал, и походу ребятки начинают качать заново. Пойдемте, я вам сейчас его покажу. Снимать буду тихоря, чтобы, ну, не подумали, что я там хожу с проверкой какой-то, снимаю, как все КБ. Короче, сейчас вам покажу. Не знаю, выйдет это видео или нет, стоит ли под этот видос делать влог о поездке в Москву, не знаю, но это красное-белое, и пойдемте, я вам кое-что покажу. Так, мы снимаем аккуратно. Здрасте. Здравствуйте. А можно, да, вот будет это купить? Да, конечно. Это какой у нас 4. А сколько? 4 вкуса? 4 вкуса, да. Ой, давайте мы возьмем все 4. Так. И вот такой, да, у вас еще есть? Да, тоже 4 вкуса. Тоже 4 вкуса. Давайте тоже еще 4 возьмем. Да, конечно. Еще что-то. Вспомнили? Для... Нет, все только его. А уголь есть у вас какой? Да, уголь у нас есть, горилла. Ага. И можно будет тогда еще уголечко. Да, конечно. Спасибо большое. Все круто. Короче. Это у нас Blaze X и Blaze в зипах. Все, идем курить. Супер. Я, короче, купил заранее, чтобы еще снять, потому что я такого не видел еще раньше. Да. Погнали. Я покупаю эти 4 вкуса Blaze в зипах и, конечно же, в баночках. Я замечаю, что очень много изменений, я о них попозже расскажу. Я пишу ребятам, типа, блядь, зашел в красное-белое, увидел ваш табак, короче, купил того-сего. Они говорят, типа, блядь, мы вот, да, зашли в КБ, мы сейчас это направление развиваем, мы, типа, заново решили реинкарнировать продукт и, типа, взрывать по полной, как раньше. И я говорю, типа, я вот там снял на камеру, как я это покупал, типа, ну, планировал снять вложик из Москвы. Я говорю, вот у меня есть такая съемка. Он говорит, слушай, а давай мы еще, типа, что-нибудь разыграем к твоему влогу. Ну, как вы поняли, это у нас не влог, а обзор, потому что влог пошел по пизде, мы покурили, пообщались, выпили пиво, и как-то все это забылось. Я ему пишу, типа, ну, такая ситуация, короче, влога как такового с Москвы не вышло, а вот, типа, можем какой-то снять обзорчик, когда и прикрепить к этому розыгрыш кальяна. Я говорю, типа, давайте что-нибудь разыграем, типа, у меня есть такие-такие кальяны. Он говорит, нет, давай тогда делать по красоте. Разыгрываем Мамай кастом с эксклюзивной гравировкой на блюдце. Но я решил сделать это немного покрасивее. Не просто так, что ты заходишь в телеграмчик, нажимаешь одну кнопочку и участвуешь. Так как Blaze
продукт, в принципе, хороший, недорогой, и тем более, если он продается во всех КБ, то поучаствовать в этом конкурсе очень легко. Нужно просто найти Blaze, как-то с ним прикольно сфоткаться и выложить это в комментарий под постом, а найти пост можно будет под этим видео. Будет ссылочка на мой телеграм-канал, там, собственно, конкурсный пост. И самая охуенная прикольная фоточка, кто ее сделает, получит кальян Мамай Кастом новый в эксклюзивной гравировкой от Blaze by Danger. Участников будет явно мало, и у тебя шансы будут намного велики выиграть. А теперь давайте поговорим немного про продукт. Изменения. Во-первых, дизайн немного поменялся, и если раньше капсулка была сзади, то теперь она вот в таком пакете. И если раньше капсула была только с колером, то сейчас все намного поменялось. Допустим, на вкусе Blueberry Energy у нас колер. На вкусе Berry Mint Crush у нас Ice Mint. На вкусе Jungle Boom у нас лимонадный бустер. Ну и, конечно же, на Apple Peach Smoothie, это яблочно-персиковый смузи, здесь у нас идет ванильный. Пачечки мы не скурили, поэтому они у меня остались нетронутыми. А вот баночки мы почти все скурили, и многие баночки я типа привез пустыми. Но у меня есть вот такая вот баночка. Мы ее тоже не смогли докурить, потому что мне нужно было уже уезжать дальше по городам. И тут-то тоже как бы появился бустер. А где он? Куда его приклеивают? Ебать. Все очень круто. Ой, и технологично. Ну, вы поняли, он был там. Также, если посмотреть примерно, то здесь у нас в Tropic Fresh идет колер. Здесь у нас идет лимонад. В этом вкусе Pink King у нас идет Ice Mint и так далее. В итоге, короче, я не знаю, сколько на самом деле у ребят из Blaze, ну, Danger вкусов, но, по крайней мере, в КБ было их 4, а в общем 8, потому что 4 вкуса в баночках, 4 вкуса в зиплоках. Так вот, к чему это? Самое главное к тому, что мы договорились разыграть крутой кальян от Мамай Кастома. И тут все очень просто. Идешь в КБ, это самый лайтовый вариант. Покупаешь одну пачку за какие-то копейки. И фоткаешься. Выкладываешь в постик. И вуаля. Ты станешь победителем кальяна. А если фоточек будет очень много, то я думаю, я попробую уболтать ребят сделать побольше призовых мест, чтобы как-то, ну, поощрялочка тоже была. Поэтому все мы организуем, все выберем. Более детальную информацию, как, что, где, куда, ты увидишь у меня в телеграм-канале. Ссылочка также все в описании. Поэтому это для меня реальные флешбеки того яркого времени, когда все производители просто творили нереальные вещи, когда это было интересно. Все пытались выебнуться на выставках стендами, хуендами, моделями и прочими. Просто вспомни эти времена. И тут стоит стенд Blaze, ну, Malaysian, да? И у них там все так красиво, ярко разрисовано. Вот это были крутые времена. Сейчас вот эти все штучки-дрючки красивые забирают электронки, но о них мы поговорим чуть попозже. Основная суть. Blaze в зипах и Blaze в баночках, теперь в красном-белом. Я надеюсь, что это не прям супер прямая реклама красного-белого, потому что я еще до нее не дорос, но мне очень приятно произносить эти слова. Так что это Давадым, это Blaze, кстати, по качеству. Вот вы прокурили, и это реально охуенно, это реально вкусно, это нереально ярко. Мне показалось, что это настолько вкусно, сладко и четко подобранные миксы, что ты их просто куришь и кайфуешь. Конечно же, сейчас придумали бустеры крепости, и поэтому проблема в том, что это будет слишком легкий продукт, исключена. Ты можешь всегда добавить чей-нибудь бустер крепости. Я думаю, мы все уяснили по этому обзорчику, что где, куда. Поэтому я хочу, чтобы вы реально приняли участие в этом креативном конкурсе и подошли к нему очень интересно.
Это не просто нажать кнопочку. Давайте немного с креативом. Для тех, кто ждет каких-то конкурсов, прочего другого, пометочка. В Инстаграме их больше у меня нет. Все проходит только в Телеграме. Поэтому, если ты любишь халяву и любишь выигрывать крутые ништяки, то также welcome в мой Телеграм-канал. Так что всем пока-пока. Жду ваши креативные идеи по фоточкам с Блейзом.